Друзья, приветствую! Поступила просьба от одного из подписчиков сыграть мелодию изгиб гитары желтой в размере 6 восьмых. На прошлой неделе я играл эту же самую мелодию, только в четырехдольном размере, на 4 четверти. Сейчас мы с вами будем играть ее на 6 восьмых без элементов перкуссии. Я так понимаю, что не всем нравится, когда присутствуют во время игры на гитаре легкие пристукивания по деке или по струнам гитары. Поэтому мы сейчас с вами сыграем такой спокойный классический вариант. Желаю приятного просмотра. Спасибо за лайки, всех благ!